Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе, и сегодня у нас... Hello Neighbor. Короче говоря, сегодня мы посмотрим на одну модификацию, которую мне прислал Димаста, по-моему, тот же, который мне модификации по Hello Neighbor присылает. Спасибо ему большое за это. Если это был не он, то и пожалуйста, извините. По-моему, это был он. Короче говоря... Мы сегодня поиграем в неизданную версию пре-альфы Hello Neighbor, которая была показана в двух видео. Это Hello Neighbor пре-альфа геймплей. Она там была вроде бы обычная пре-альфа, но она там чуть-чуть отличалась. Там отличалась звуками. А также это та самая пре-альфа, которая была показана в одном видео, где разработчики показывали про искусственный интеллект, рассказывали там про фишки игры. Называется, по-моему, видео Hello Neighbor All Rundime, или как там она называется-то, блин. Название вы на экране увидите, я в редакторе там текст покажу. Я просто сейчас не помню. Короче, вот такое вот меню выглядит. Звуки включить-выключить. И модель персонажа включить-выключить. Нажмите H, чтобы переключиться на свободную камеру. Ну, давайте начнем игру. Так. Вот нажимаем на H, и мы можем... Нифига себе, какая модель персонажа, бля. По-моему, как у соседа почти. Короче говоря, можем вот так вот управлять. На первый взгляд, это вроде бы обычная пре-альфа, очень похоже. Камера, правда, не так плавно вращается. Минутку. Сейчас. Надо немножко тише сделать. Так, надеюсь, камера у вас там не пропала, ничего. Короче говоря... На первый взгляд, вроде бы обычная пре-альфа, но сейчас вы узнаете отличие. Понятно, это мод, конечно. Ну-ка, давайте. Звуки телевизора такие же. Зато у рычага есть звуки вот это вот. Здесь вроде бы вот так же. Дверь там оранжевая, все такое. Давайте зайдем в дом. Начало такое же, как в обычной при альфе. Также дверь оранжевая. Звуки другие. Звуки внутри дома другие. Которые вы сейчас вот слышите. Их не было в обычной при альфе. В обычной при альфе другие были звуки. Вот такие вот звуки были... Вот такие же вот звуки, которые вы сейчас слышите. Они были в той пре-альфе, в видео, которое называлось Hello Neighbor пре-альфа геймплей. На официальном канале Tiny Build. Вроде бы там вышел этот ролик. И вот там такие звуки были. У камер там были другие звуки еще. Такие. Здесь, к сожалению, мододелы, наверное, забыли их добавить. Мы играли с вами в версию прототип модифицированную. И там у камер были те звуки, которые были показаны в той самой версии. Как раз таки. При альфа геймплей. А так здесь также все. Ох, нифига. Ничего себе, звуки какие. Я даже испугался что-то немного. Ну-ка.
Срочная новость! На канале моего друга, который называется «Чего хочу, то и ворочу», сейчас проходит розыгрыш 1000 рублей. Правила розыгрыша довольно просты. Каждый день Леха проводит стримы, на котором набирает участников. Когда наберется 10 участников, и будет этот розыгрыш 1000 рублей. А победитель определится с помощью рандома. Чтобы стать участником, нужно отправить на донат 250 рублей и в донате оставить ссылку на свою социальную сеть. На случай, если ты станешь победителем, автор канала мог с тобой связаться. Также можно получить свои деньги назад при каком-то там случае, которым я, правда, не помню. My name is Mudak. В общем, подписывайтесь, чтобы не пропустить этот розыгрыш. Возможно, именно вы станете обладателем халявного косаря. Так, опа-на, а сейчас день. Давайте попробуем открыть дверь подвала. Почему бы и нет? Камера тут гораздо менее плавная, чем в обычной при Альфе, но тем не менее. Мне вот интересно, если я включу телевизор, сосед также погонится за мной, а? Так же, как в Приальфе. Да, ну да, конечно. Кто бы сомневался. Так, только в дом не надо заходить ко мне. Искусственный интеллект, походу, не поменялся. Хотя его и менять-то не нужно было. Ох, нифига. Да блин, сосед, уходи. Его нафиг, короче, поспим давайте лучше. Давайте в это время сюда походим. Ссылка на скачивание будет в описании. Вот, кстати, у меня вот очень популярное видео на канале есть. Секретная версия Hello Neighbor Alpha 1.5. Там была ссылка на фанатскую версию игры. Сейчас эта ссылка не работает, поскольку игру удалили с того сайта. На вот эту игру я тоже ссылку оставлю. Надеюсь, ее не удалит никто. Однако она тоже с сайта этот Join Game как-то так. И именно с того сайта Альфу 1 ту самую удалили. Альфу 1.5, точнее. Или я так сказал? Блин, я запутался уж, честно говоря, блин. Ладно, короче. Надеюсь, эту не удалят. Так же, как в том видео, где рассказывали про искусственный интеллект, в этой при Альфе дверь заколочена двумя досками, а не одной. Помидорчики возьмем, давайте. Сосед уже идет сюда. Давайте сматываться отсюда. Так, а сосед-то где вообще? Ух, только бы он меня сейчас не увидел. Нифига. Так, ключ здесь. Открывай дверь. Скорее. Скорее, 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 скорее. Надеюсь, прогресс сохранится. Блин! Ай, кошмар. Только бы этот самый прогресс не сбросился. Ну-ка, давайте посмотрим. Опа-на. Он ходит здесь уже. Я вот помню, что Фомка была. Он окно себе вышиб. Ну, красавчик вообще. Вышел из дома, вышиб окно и зашел через него. Ну, капец какой-то вообще сосед. Какой непонятный сосед. Фух. Давайте это самое. Чтобы игру не пришлось потом перезапускать, после того, как мы ее пройдем, сразу же полетаем по карте, посмотрим, что к чему.
Блин, а чё ты такой медленный, а? Чё-то как-то он медленно вообще летает. Давайте посмотрим, что у него там в доме находится. Так, ну это гостиная. О, замок. Замок не возродился, это хорошо. Так, переустановку сосед сделал. Какого хрена? Надо в дом зайти. Чё тебе сосед надо, сосед? Иди нафиг, блин. А здесь сна не будет вот этого прикольного? Смотрите-ка, будет. Сон с огромным соседом тут сохранили. Понятно. Так, ну давайте тут спрячемся и полетаем по карте. Полетаем, посмотрим, что у соседа дома, а потом вернемся. Да, вот в обычной при Альфе после вот этого вот кошмара с огромным соседом сосед делает перестановку. Правда, в этой версии он почему-то ее сделал раньше. Шкаф появляется на этом месте вместо дивана. Появляется вот такой стул вот здесь. Здесь входы начинают закрываться. Нифига, можно свет даже включить здесь. В этой комнате, в обычной при Альфе, если нажать включить свет, то тут ямпа будет, лампа, ой, какая ямпа, блин, ямпа, блин, лампа, капец какая, лампа будет настолько яркая, ядерным таким светом будет светить, что вообще ослепнуть можно, это не описать словами. Так, в спальне кровать должна быть, она исчезла, а, вот она стоит. Обычно, изначально она стоит здесь. Блин, тут красный вообще все никакой. Ну-ка, а дверь можно открыть? Можно. Нифига себе. Что-то тут вообще как-то темно, ничего не видно. А предметы взять нельзя? Вот здесь что-то есть, только я не могу подобрать. Да ладно, можно предметы брать. А они просто исчезают, они просто пропадают из инвентаря. Капец, какой странный режим вообще. Блин, а где выключатель света? Я ничего не вижу вообще. Вот он. Так, только бы сосед меня сейчас не увидел. А, он подпер ход сюда, а? Вы прикиньте, какой. А? Так, комната кверх ногами, мы сюда не войдем. Здесь дверь, которая открывается только во время кошмара с огромным соседом. Но за этой дверью нет ничего абсолютно. Там стена просто. Вот я помню, на самом деле, какой здесь код. Но я бы хотел достать ту ультрафиолетовую лампу все равно. А, вот они. Они появляются здесь. Нифига, предметы какие. Причем не 4, а больше их. Ха-ха, ребята, вообще я угораю, ребята. Можно воровать вещи соседа и приносить их сюда вообще с помощью телепортации, блин. Ну, из тех вещей, что мы взяли, нет ничего полезного. Ну и правильно, что я, наверное, не стал брать, потому что нечестно было бы. Читерски вообще было бы как-то. Я хочу по-настоящему пройти, да. И надо взять Фомку, наверное, с той стороны. Хотя, возможно, после переустановки ее там не будет. Блин, ну еще и тут темно и не видно вообще ничего. Я не вижу ничего, серьезно. Мне фонарик надо. Твою ж налево, беги! Ух, ё-моё, нифига! Что-то я не ожидал такого. Фонарик, к сожалению, остался у него там. Так, давайте, я не хочу ночью вообще ничего не видно. Да ну, день мне давайте сюда.
Так. После переустановки ломик может находиться в гараже. Так что давайте зайдем туда. Где вот сосед такой у меня вот сейчас волнует? Где он там ходит? Блин, он дверь закрыл. А! Нифига, напугал меня вообще сейчас. Кошмар какой, ребята. Я вообще офигеваю просто от этих игр. Как бы нам попасть в этот... О, а вот так можно делать? О, можно, нифига. Вот таким вот нечестным способом можно... Можно наклоняться и убирать стулья, которые подпирают двери. Давайте попробуем это сделать сейчас. Да как же так? А как он меня через дверь поймал? Это самое. А как тогда пройти-то тут в гараж, если он там везде находится? Если он дверь закрыл и все такое. Как туда теперь попасть? Надо придумать, как в гараж пробраться. Обычно он еще чинит машину. Может подождать, пока он выйдет на улицу? После перестановок вот этих он выходит на улицу и чинит машину свою. Может подождем немного и посмотрим? У меня такое ощущение, что он не пойдет. Опа-на. Он что, телепортируется, что ли? Он появился и исчез. Как это так-то, алё? Блин, а вот как попасть в гараж, что-то не знаю. Опа-на. Он где-то дверь открывает. Как попасть в гараж-то? Опа-на. Дверь открыта? Здесь ломик есть. Да, конечно, здесь есть ломик. Дайте-ка мне его сюда, алё. Давайте-ка сюда, я сказал. Отстань от меня нафиг. И помидорами в меня не надо кидаться. Спим. Берем ломик. Правда, вот если меня сосед сейчас поймает, то будет плохо, потому что ломик исчезнет. Ломик телепортанется назад к нему туда, в дом. В гараж. Поэтому надо как-то побыстрее все это делать. Он в гараж зашел. Долго на одном месте стоять нельзя, а то он нас заметит и пойдет на нас. Ой, он вышел из гаража. Вышиб стекло. Зачем, я не знаю. Может, он ненормальный, конечно, я не знаю, в чем прикол. Как попасть? Я могу через окно залезть, потому что он разбил его. Только вот не знаю, как. Могу ли я запрыгнуть в него сейчас? Запрыгивай. Итак, бежим отсюда. Он, по-моему, сюда прям пошел. Как в гостиную-то попасть, я не понимаю. Почему он в окно не залазит? Он же выше под окно. Да как-то, твою же мать. Так, это, по-моему, закат. Закат это, да. Так... Куда он пошел-то, блин? Он, наверное, сейчас выйдет из дома, вышибет окно и зайдет через него. Как он, собственно, делает всегда. А может, нет? Да твою ж налево, а. Ну, как это проходить, а?
Так, это утро. Рассвет. Стекло. Не разбито, мы через него не залезем. А вот теперь оно разбито. Надо придумать, как к нему залезть. Ты запрыгивай, ты долбанный, стыдно. Да блин, да где он? Я что-то ничего не понимаю. Ну-ка, вот эта дверь открыта или нет? Закрыта, я так и знал. Ничего не понял. Это что было только что? Где мой лом? Почему он исчез? А, наверное, знаете, что произошло? Наверное, сосед поймал нас, и мы это возродились там же. Если наклон этот, если применить этот наклон, давайте-ка лом похитим, я задолбался уже это делать. Да пошел ты нафиг, сосед, задолбал меня уже, честное слово. Я хочу посмотреть, что в подвале у него, хотя там, скорее всего, ничего интересного не будет. Вот он, ломик лежит. Он попадает в дом главного героя. Также давайте попробуем найти лампу ультрафиолетовую. Я уже реально просто задолбался это все делать. Ультрафиолетовая лампа где-то лежать должна. Вот только где это? Очень хороший вопрос. Включи свет, я не вижу ничего, блин. Не включается свет. А здесь? Что-нибудь есть? Нифига тут ничего нет. Фух, блин, кошмар какой-то. Ладно, дайте-ка мне сюда лом. Так, надо попасть... Блин, там сосед. Ой, он вышел. Он назад идет. Да блин, он туда-сюда бегать будет сейчас. Ну как мне поп... И как мне в подвал теперь попасть? Да ну ты чё? Давай, вышибай стекло уже. Надоело ждать. Коробку, наверное, поставлю сейчас. Или бак этот, и залезу туда. Открыли. Так, нажали одну циферку. Я помню, какие цифры надо нажимать. И... Надеюсь, мы сейчас... После того, как мы подвал открываем, но правда я его еще не открыл до конца, загорается какой-то непонятный зеленый свет сверху, который никакого вообще смысла не несет. Это загадочный зеленый свет, но... О, перестановка назад, все поставилось. К сожалению, правда, двери все закрыты. Может, будильник попробовать применить? У нас он есть? Да ты заколебал уже, серьезно. Ну ладно, давайте попробуем убежать от него.
Там ничего нет. В подвале абсолютно ничего нет. Ну ладно, мы узнали секрет этого подвала, и давайте просто... Давайте посмотрим, работает ли тут бак с ведрами. Оно просто исчезло. Только второй раз. Ну... Так, как было в Преальфе, не работает это дело здесь. Да ты заколебал уже, серьезно. Мне. При Альфе мы летали высоко, мы прям реально высоко взлетали. И все такое. Так, давайте полетаем тут и посмотрим, что это за зеленый свет. Что светится, непонятно вообще. Здесь, в этой комнате абсолютно пусто, здесь ничего нет. Такая вот реально таинственная тут комната. Непонятно, тут двери открываются. А здесь... Здесь тоже нет ничего, я думаю. Здесь вообще темно и не видно ничего. Да ты серьезно, что ли? Так, ну здесь текстуры чисто. С окнами. Давайте, наконец, просто полетаем по карте, посмотрим, что тут есть. Но она не отличается, скорее всего, от Преальф. Также горящий дом должен быть. Где-то здесь горящий дом был. Вот он, горящий дом. Не такой уж, по-моему, он и горячий. Горящий тут, в отличие от обычной этой Преальфы. Да, дом соседа тут самый большой из всех. Блин, вообще отличная у главного героя моделька. Ладно, в общем, понятно все. Ладно, в общем, на этом мы, пожалуй, закончим. Такая вот Преальфа получилась. Ссылочка на нее будет в описании. Ну а на этом все. С вас лайкос. Все с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Я там часто выкладываю что-то интересное. Всем пока.